Обещайте. Нужен ли нам 5-минутный перерыв? Сразу, да? Зоечка, мы ждем с нетерпением. Вообще, после такой Балтики, конечно, мне прямо сложно. Мне хочется теперь только плакать. Больше ничего не делать. Зоя, да, это мне нужно. Обалденно. А что, вы не знали, что у меня шнурки под каждое платье? Вы думали, такое украшение? Да, это оригинальное украшение, шнурок для гитары. Ой, ребята мне назначили 9 песен исполнить. Это то, что мне назначил Оазис. Ну, а если вы захотите еще чего-нибудь, то ради бога. Чуть гитарку прибери, что-то у меня очень громко. Есть у меня серия песен о Куликовом поле. Это мое любимое место. Вот. У меня много любимых мест в России, но Куликово поле отдельное. Там русский дух, там Русью пахнет. Это вот про это. И после очередного приезда с Куликова поля вот родилась такая песенка, которая называется «Мечты». Мы бы набрали сил.